Кирюша! Вступай, ждем другой! Слова! Андрюша, сфоткай! Андрюша, сфоткай меня! Всем привет! Сейчас иду навстречу. У нас такой мини... Какой мини? У нас, короче, совет директоров. Правда, Паши нет, потому что Паша что не выходит на связь. Здравствуйте. Привет. Так за столом как-то же неэтично руки жать. Так я поднимусь? Не, ну все равно же, типа, ты же ешь. Андрей. Твой милитарий. Директору. Короче, мы ждем Кирюшу аккуратно. Сейчас он придет. Вы видели, какой он, сука, жирный стал за это время? Ты похож на водилу спортивной тачки какой-то. Да? Ну так скоро будет спортивная тачка. Мы просто все очень давно не виделись. Привет. 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 Наконец-то Лена приехала. Да, я приехала 4 месяца назад. Только-только меня увидели. Говорят, моветон, да, если смотреть на себя? Надо смотреть сюда. А что ты пришла? Правда. Кирюшу встретить? Мы все собрались. Потому что придет Кирюша. Мы давно его не видели, все сильно соскучились. Красивая бумага. Мы зашли в цветочный магазин. Каждый покупаем по букету и будем выручать Кирюшу. И он будет со всеми букетами идти. Кто берет, выходит на улицу. Давайте, я пошел. Это мой букет. Ой. Это Кирюша? А вы Кирюшу не видели? Кирюша идет Кирюша. Кирюша! Кирюша! Все, бери. И что мне теперь с этим делать? А теперь поехали бухать. Бухаем! Да, это все твои бухери. Давай. Куда? Можем назад переправить. Ну вот я и думаю, за 50%. Кирюшинская реакция, назовем ее так. Давайте, каждый забирайте по своему букету. А я оставлю. Нет, это все тебе. Да не буду я шкодить с этим. Ну, а что ты делаешь? Все пихаемся в машину Трушковского. А, на руки. Ко мне на руки. Я уже договорился. Оп. Говорит, она мне на руки, я уже договорился. А зачем ты стырил комара? Мне отлично сидится. Про мои глазки? Все поместят. А тебе как сидит? Тоже нормально мне сидится. Одинаково почти. Или замесом приготовить. Могу. О, куриный замес, Кирюша! Так у нас получился типа этот сериалетик какой-то небольшой. Не, я... Куда мы едем? Спасибо большое. Скажите, куда мы сейчас едем? Говори ему, куда ехать. Я заказик принял. Желтый Citroen Berlingo. Мы все едем ко мне домой. Все. Запомните нас такие. Больше, чем спасают. Здорово, великолепно. Зови меня как угодно. Проходите, заходите. Мы решили устроить пати-хард, возвращение Кирюшки аккуратного и отметить это все у Андрея дома. Да, вот там живность моя. Туалет вот есть один и вот еще один. Пиздец, что за реалити у меня дома? Это хата на тата. А кто из нас тата? У меня никогда еще не было столько людей дома. Реально против очереди тогда сделать. Да, давай я точно. Так, водителю замес самый простой. Самое интересное, что мои партнеры по работе смотрят все ваши влоги. Я очень сильно этому удивлен. Ну, мизинчиком сболтай. Итак, встреча выпускников. И я как бы первоклассник. Что это вообще такое? Оно орешки или что? Козьи орешки. Ну это такое, типа кошачий корм. Нацвай какой-то. Ну попробуем. Блядь. Ой, так ты у нас Белоснежка, привет. Ты что, ему собрался клюв скотчем перематывать? Да. А еще она может бегать без головы, если что. Посмотрите, как будет лежать. Поличук, ты ссыла, давай доставай. Давай. Ну
что? Я думал, ты можешь и достать, и ножки расставить. Не могу, у меня всего две ручки. А я, Саша, ты в этом шаришь что-то? Блин, он вообще такой классный, а мне крепко. Фу. Я первый раз таким занимаюсь. Я никогда не думала. Главное просто... Главное, держи. Петуха, не будем его кормить. Бля, держи его. Кирюша, так сделай куриный замес. Так надо ему голову отрезать. За сколько денег? А я за бесплатно ему отрежу голову. Чак, общипать его надо. Лава будет щипать, а я буду потом кромсать, типа, и жарить. Петушара позорный. Ой. На живот одели. Чеверканет сейчас, как на тебя. Блять. Кирюша, разберись с ним. Да нахер он не нужен, этот петух. Я не понимаю вообще, зачем он тут нужен. Задуши его. Держи. Первый раз жить, я вижу, как петуха завязывают с тобой. Блин, мне не надо было. Да? Он же летать будет. Нет, ребят, я не могу на это смотреть. Он привык. Это не привык, куда он привык, черти. Сука, говорит, он привыкнет. Где моя камера? Вот она снимала. Дайте ножницы. Есть нож. Давай, режь. Режь выше колена. Под коленом. Мы сейчас заебемся просто в говно вступать. Но он на таком дяде все уходит. Высрался. Ну, Андрей, придется тебе раскошелиться на клининговую службу потом. Петуха назвал. Вперед. Надо, я предлагаю вот так вот пока что делать. Пускай. Он любит на гироскутере играться. Сука! Блять. Андрей, ты не думал завести себе более интеллектуальное животное домашнее? Например? Дельфина? Там, я не знаю. Ты с ним в шахматы играешь, там он тебе уравнения решает для пятиклассников. В задницу. Вообще! А ты так открываешь, да? Бляха, какой же. А, бля. Да все, я думаю, можно уже попробовать поднять его. Как пуля дерзкий. Не, нахуй. Он сильно резкий, чувак. Так ты задал. Это закрыть. А что ты такой бледный? Ни хера себе. Мне гривен. Коллаборация. Я так хочу помочь твоему каналу. И что такое? Ну, благотворительность. Благотворительность ты хочешь знать? Подписывайтесь все на Кирюшу Аккуратного. Давайте, ребята. Еще залишимся? В помаде больше типа лесбиянок, мне кажется. Да, типа, а там именно такие трушные... Просто ты? Ну вы все мальчики. Я всем сказал ты. Мне предлагали отсосать Андрею, чтобы стать популярным, поэтому... Это не я предлагал. Чувак, реально у каждого в кармане 50 гривен. И пиздимся за перепечку. Знаете, что сейчас можно сделать? Смотрите, сколько здесь видеоблогеров. Не считая меня, 6 каналов, в общем, здесь. Их можно все сейчас удалить. Удаляем каналы. Ты знаешь, что тут происходит? Ну, я слышал голос Шапика. Захуеешь. Леша, что тут происходит? Не-не-не, я-то понимаю, что это, но... Примеры, пожалуйста. Не, я не хочу, потому что я не знаю, что с этим делали. 5000 человек за одного видео. Мне похрен, я говорю, что типа этот... Примеряй. Да Юля уже мерила, Кирюша давай. Я не хочу, потому что я знаю, что с этим делали. Не ходи по помытому. Тихо! Ох, и будет липнуть, пиздец. Да не будет липнуть, я ее только что мочила. Сейчас еще... Мистер Пропер, веселище. Прибирать, двигайся с лицей, мистер Пропер. Пускай липнет просто здесь. Не надо, чтобы там тоже липло. Пускай только здесь. Ваша Бучик, супергерой. Это кто сказал? Ларин. Что, у тебя проблема с головой? Да. Пармен сказал, типа, а есть еще какой-то безумный Кирюша. Я думаю, что вообще, чем я безумный? А что он нового сказал вообще? Так не то, что типа просто с чего он берет это вообще? Как с чего? Слухи. Слухи. Странная компания. Кстати, расскажите мне про эту, Милену Чижову. Что вы думаете на этот счет? Трещится она немножко. Не-не-не,
Кто? Грешница, да? Да не немножко. Она такая расслабленная. Я не грешница, не грешница. А на самом деле... Ебется в жопу, да? О, только хотел сказать. Откуда такая информация? Милена Чижова. Я же вроде молчал. А кто не грешница? Она не грешница, говорит? Интересная фраза. Что ты, блядь, делаешь? Что она не грешница? Я, блядь, пола и мою. На арену. Нет, Саш, не буду. Не буду. Качественный контент. Так ты в итоге отпиздил сам себя, получается, или как? Нет. Шалочку, садитесь и ездите, как мультик из Саут-Парка. Помните, там была такая штука круглая, большая? Вот это неплохо! Да, тесак! И вот так вот еще едешь. Скоро выйдет. Да подожди, блин, все, я... А не кажется ли тебе, что твое место возле параши? Что ты, говноблак, виси на галиму. Я не понял. Это так это в тюрьме говорят. Ты сидел в КПЗ или нет? Да. За спилы? Это друзья же пиздец. А кого короста? А? Я только же ссал. Меня потрогай. Сал Мартыненко. Все, спасибо всем. Так, ну, давайте. Давай. Что Павел ждет другой? Снимаем все с нами, помните, будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Минус один. Ты не умеешь петь. Будет хорошо, все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Просто провожали Трушка на работу. Да, кстати, мы проводили Трушка на работу. Проводили песни. Нас озарил палец. Меня озарил Иисус, и бабульки брейк танцевали, так и мы. Стоп, Кирилл, а у тебя девушка есть? Да, у меня да. Целый год уже? Да. А как ты скрывал это все? В смысле, так я ни от кого не скрывал. Пизда. У нас просто сумасшедший кипиш. Мы сейчас по пьяни все решили поехать к Саше на дачу. Все просто собрались, человек там нас 10 или сколько. Я не могу, сука, найти свою резинку для волос, потому что это крайне необходимо мне. Не могу просто. Когда ложусь спать, я сплю с завязанными глазами. Ой, с завязанными волосами. И мне эта резинка просто необходима. Слово пацана! Блять, у меня соски встали. У меня хуй встал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай.
я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай улыбочку. Я твоя. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Андрюша, сфоткай.